Приветствую всех на канале CyberFan, и в этом видеоуроке я вам расскажу, как, используя операционную систему Windows 10, настроить яркость экрана вашего монитора. В одном из своих видео я уже рассказывал о том, как настраивать яркость монитора, но так как я использовал всего лишь один способ, многим он не подошел. Поэтому в этом видео я собрал все возможные способы того, как можно настроить яркость экрана в операционной системе Windows 10. Поэтому тем, кто еще не подписался на этот канал, подписывайтесь обязательно и ставьте лайки. Ну а мы начнем с самого быстрого способа, это используя центр действия для изменения яркости Windows 10. Для этого нажмите на вот этот вот значок, который называется центр действия на панели задачки. И как вы видите, если у вас он в свернутом режиме, нажмите на кнопочку развернуть, и у вас появится вот такая вот настройка с изменением яркости экрана. Это один из первых способов. Также эта кнопочка настройки яркости может быть в виде, вот, например, ночного света. Точно же такая же кнопочка, нажав на которую, появится вот такая панель с настройкой яркости. Второй способ – это изменение яркости экрана Windows 10 в приложении «Параметры». Это классический способ. Нажимаете на кнопочку «Пуск», открываете «Параметры». Дальше переходите во вкладочку «Система» и выбираете вкладку «Дисплей». И здесь вверху у вас будет ползунок изменения яркости встроенного дисплея. Если у вас такого ползунка нету, а сразу начинается с ночного света, то тут могут быть две причины. Первая, одна из них, это у вас неправильно установлены драйвера. А второе, вы используете просто внешний монитор, в котором и так присутствуют дополнительные кнопки по настройке яркости экрана. Третий способ, это изменение яркости экрана в Windows 10 с помощью горячих клавиш. Некоторые устройства оснащены функциональными клавишами клавиатуры, которые позволяют пользователю настраивать яркость дисплея. Например, если вы используете ноутбук, он может иметь такую клавишу, которая называется FN, которая вместе с другими кнопками клавиатуры может использоваться для настройки яркости экрана. То есть посмотрите на вашу клавиатуру, чтобы увидеть символ яркости на функциональных клавишах. Они могут быть иметь вот такой вот вид. А на моей клавиатуре, например, это вот такие вот кнопки F5 и F6. Зажимаете клавишу FN и регулируете яркость вашего экрана ноутбука, используя эти клавиши. Четвертый способ – это изменение яркости экрана в Windows 10 с помощью индикатора батареи. На поддерживаемых устройствах вы можете использовать всплывающее меню батареи, чтобы изменить яркость экрана. Например, опять же, возвращаемся на панель задач, есть индикатор батареи. Нажимаем на него, появляется вот такое окошко. В моей версии операционной системы Windows 10 данного параметра нету. Но вот в некоторых других версиях вы можете видеть вот такую вот настройку яркости экрана. Но в моем есть, например, параметры аккумулятора. Переходим в них. И мы попадаем в пункт по настройке батареи нашего ноутбука. И здесь есть такой интересный пункт, как автоматически включать экономию заряда при уровне заряда аккумулятора ниже определенного процента. А также такой пункт, как уменьшать яркость экрана в режиме экономии заряда. Многие жалуются на то, что у них, как только отключается от сети ноутбук и начинает работать от батареи, сразу же падает яркость экрана. Это может быть вот в таком положении, когда у вас здесь стоит 100% и стоит галочка «Уменьшать яркость экрана в режиме экономии заряда». Поэтому выставите так, как вам удобно, так, чтобы не разряжать быстро батарею, ну и при этом сделать так, чтобы экран не терял сразу яркость. Пятый способ – это изменение яркости экрана в настройках питания. Для этого открывается классическая панель управления. Нажимаем правой клавишей мышкой, выбираем «Найти» и вводим, например, панель управления. Открывается классическая панель управления, и мы переходим в пункт, который называется электропитание. Опять же, в моей версии Windows 10 данного пункта здесь индикатора не будет. Но, например, вот в таких вот версиях Windows 10 будет доступен индикатор с настройкой яркости экрана. И шестой и последний способ – это изменение яркости экрана с помощью команды PowerShell. Для этого нажимаем правой клавишей кнопочку «Пуск» и выбираем пункт, который называется Windows PowerShell администратор. Открывается вот такое вот окошко. И у меня в блокноте заготовлены команды для настройки яркости экрана. В описании под этим видео я обязательно дам ссылку на эти команды. Здесь единственный параметр, который можно менять, это Brightness Level. Здесь вы можете его выставлять в процентах. Например, давайте поставим 20% и сделаем всего лишь яркость 20%. Я копирую эту команду, вставляю в это окно и нажимаю клавишу Enter. И у меня яркость экрана стала 20%. То есть таким образом вы можете использовать команду PowerShell, если другие способы вам не помогли. На этом у меня все. Всем спасибо и до новых встреч.